Первый международный фестиваль форум «Сверкающие грани театра» начал работу в Кузбассе. Он продлится 50 дней и объединит все жанры театрального искусства. Драму, кукольные и музыкальные спектакли, оперу и балет. С подробностями Антон Ивачев. Тысяч участников, 2000 зрителей, артисты России и зарубежья. Первый международный фестиваль «Сверкающие грани театра» в Кемерове задает высокие стандарты. Очень весело и очень интересно наблюдать за артистами на самом деле. Очень красочно, ярко. Все люди настроены доброжелательно, фотографируются, радуются, и это доставляет большое удовольствие артистам. Во втором отделении звезды российского театра превращают Ледовый дворец Кузбасс в настоящий храм Мельпомены. Альбине Шагимуратовой рукоплескали в Ла Скала. Сегодня солистка Мариинского на кузбасской сцене. Актер кино Дмитрий Харатьян и на театральной сцене в главных ролях. То, что сегодня здесь происходило, все виды и жанры театрального искусства, я вам скажу, что кино все равно из театра же вышло, так или иначе. Поскольку там есть режиссура, там есть сценография, там есть актерская. То есть все вместе, конечно, вот это вот многогранные, вот эти сверкающие грани. Поскольку у нас грани театра, мы решили создать это фактически буквально. Мы сделали такие многофункциональные порталы, где каждая – это грань театра. Мы не открываем новые грани. Мы эти грани имели давно. Мы их сейчас объединяем и заставляем сверкать по-новому. Мы заставляем их сверкать на весь мир. И эти грани нашего русского театра, они дадут свет по всему миру. В адрес организаторов и участников поздравления звучат со всей страны. Желаю участникам вдохновения, реализации всех творческих замыслов, а зрителям незабываемых впечатлений от встречи с искусством. На смену ломаным ритмом барабанщиков «Занозы» из Красноярска. Опера «Князь Игорь». Метровую сцену соорудили специально к открытию фестиваля. Художественное оформление стилизовано под интерьер академического театра. В течение 7 недель почти 200 спектаклей пройдут по всему региону. Антон Ивачев, Павел Пасечник, Кузбасс.